12.2, да? Это где? Вот, 12.2. Там что-то про слезы было. Про то, что он упал с козлом своим. В яму. Какая-то строчка-то. А вот, да. Вот мы начинаем с гэтай Хлоя, да? Гэтай Хлоя. Может, вы начнете, Дмитрий? Так, а еще раз гэтай Хлоя. Вот это гэтай Хлоя. А, вот гэтай Хлоя, это в Самэне, да? Вы запись включили? Да. Гэдэ хлоэт хэусамэн мэнэ ту сімбан дрому парагінэтай простон сірон каэт хат матхуса готі дзэ калэй тіна буколон эктон агрон тон плэсіон прос эпекуріян. Хлоя, смотрящая на... Ну, на происходящее, да? На эту симбан. На произошедшее. Это как аурис, да, такая самая, но увидевшая происходящее. А увидевшая произошедшее, это симбан, да? Да. Дрома, ну, бегом подходит ближе, парагинетай, к... Яме, тон сирон. Да. Изучающая, кто жив, кто выжил, кто живой, точнее, да? Или Аготи, может быть, если, да? Живой или, собственно, Дафнис. Смотрите, у Мантхана есть значение не только изучать, учиться, но еще понимать. То есть она увидела... А, и поняла, что он жив, да? Поняла, что он жив, да, что он еще жив, что он живой, да, что он живет. Что делать? Калейтина Буконан? Позвала какого-то этого пастуха из полей ближайших, да? К, ну, чтобы помог, просто эпикурион. Угу. Ну, для помощи какой-то. Угу. Это не руки мыть, это попроще. Что? Это не руки мыть, это попроще переводить. А-а-а. Все понятно, кто зачем. Так. Ну что, Юрий дальше, да? Давайте до Юрия. Давайте, да. Ходельтхонс хойнан эдзетай макран эхэс экхоминос антимоминос экбэсэтай. Кайс хойнас мэнукэн хэдэк хлоэ лёсамэнэ тай ниан дзидэмі катхэйнай то буколо. Кайхутас хоймэнэ піту хэйлус хэстотэс хэйлькон. Куда небе, тес тайниас, олькаис тас херсин калютхон. Mm-hmm. Подойдя, искали схойнос, это веревка, что ли, да? Или нет? А, нет. Или что? По-моему, да, схойнон. А, нет, схойнос. А, это палка. Это палка, не веревка, палка. Хотя тоже бечевка может быть, смотрите, бечевка. Тростник, кому и что, то есть, в общем, какую-то эту вязаную штуку, в общем, с помощью mm-hmm. которой они длинную, которую тут интересно, что тут... Вот Юрий, наверное, знает, да, это есть в Анабасисе.
эхума и с генитивом. Эху, конечно, обычно всегда с аккузативом, но эхумай с генитивом это означает, что типа граничить, касаться. Может, аниму даже... минус. Это я забыл, что такое. Анимао. Ну, анимао, да. Тащить вверх. Тащить вверх. То есть, взбираясь вверх, экбес этой. Выбраться, как бы. Выйти. Выйдет, да, из этой ямы. Получается, что гэс это что такое? Гэс женского рода? Схойнос, да? Получается, схойнос может быть первое, второе склонение, да, как какой-нибудь там годос, да? Или пакхэн. За которую, как бы, с которой соприкоснувшись руками, я так думаю, да? Кайс хойнос мэн укэн. Прям сценарий какой-то. Но веревки не было, и Хлоя привязала, развязала тайниан. Значит, это пояс. Свою эту тесемку, да, пояс, и дала, или тут чтобы дать, наверное, да? Не, она развязала. Нет, дала, чтобы опустить, да, инфинитив. Пастуху. Итак, таким образом, на Хейлус. Это губа. Хейлус это вообще губа, да. Ну, по-моему, когда говорят даже про вулканы, то есть подножие вулкана, по-моему, тоже. На краю, вулканы. Наверное, да? По-моему, да. На краю. На краю. Как бы. Гестота остановившись. Нет, я думаю, что это перфектное причастие, да? То есть стоявшие на краю тащили. Начали тащить гэлку, наверное, начинательно. Или знаете, деконату, то есть попытались вытащить. Стали пытаться тащить. Неправильный аугмент. Гэлку, да? Как полагается. А он, Хо, поднялся, значит, Тайсхерсина Акалютхон, как бы следуя за, руками следуя за ее поясом. Руками, как бы, халькайс, да, халькайс это к рукам относится, руками, как бы, этими, руками. У нас есть вариант тес холкэс. Холкэ. Это у вас, да? Внизу вот написано в лёбе, вариант такой дан. Тайс холкэс тайниас. Причем какой-то амиот это убирает. Опускает. А еще есть вариант тес холкэс тайниас. Я вот думаю, а холка может иметь в виду, под холкой может пониматься как бы части пояска? Поясок связан с частей? Ну, как бы перегибы его.
То есть он следует зачем? Датив нужен, да? Нет, я думаю, что таис карсин – это просто инструменте, руками следуя зачем? Таис голкайс, то есть за стежками, может быть. Я правда, точно не знаю, что такое стежка, но, по-моему, руками часть... следуя за, как бы, за тягой пояса. Тягами, да? Что значит за тягами? За тягами, блин, не очень понятно. Ну, тяга в смысле... За вот этим, как это, движением, движением вверх. То есть рывками, да? Нет, я думаю, руками. Как бы под этой халкой имеется в виду процесс вытягивания. А может быть, он перебирал просто руками, как по канату? Ну да, да. Ну, а что-то написано тут здесь. Вот эти голкайс, это что такое? Да, голкайс. Дай посмотри, нормальный словарь какой-нибудь полный. Ну, только уже не гомеровский, конечно. Так. Толчками, что ли. Ну, то есть... Есть голкос прилагательное, просто тянущийся. А, да? Да, голкос, adjective, trailing. Тянущимися руками просто он следовал за поясом. Угу. Причем Голкайс тогда тут. А, это тогда вынесено, это повторение артикля тогда вы считаете? Тайс Голкайс, Тайс Перс. Да, да, да. Атрибутивная позиция получается. Да, ну, да. А, да, хорошая идея, действительно. Угу. Все. На этом остановимся. Да. Надежда, не будете читать? Давайте почитаю, если меня нормально слышно. Слышно, слышно. Анимесен то декайтон атхлион трагон сюнтет храусменон ампутакерета. Тасутон ара дике метелтхе туникетхентос трагу. Тутон мен де тютхе соменон харизонтай. Состерето буколо. Кай эмелон пселдестхай просто зойкой люкон эпидромен. Эйстайз аутон. Эпотхесен. Наверное, вот здесь остановиться, да? А нет. Так, ну, анимесен то, это мы уже говорили, это поднять, да, кого-то. То есть, а вот атхлион, я посмотрела, это как что-то получается, удаваться. То есть, не, это предлагает. Атхлион. Это несчастный, жалкий, несчастный, бедный. Ага, угу, хорошо. Так, тогда получается, что несчастного трагон козла, да, также да. Удалось вместе вытащить. Да, да, да. Вытащили, да, да. Да, который сломал оба рога, амфу. Оба такие. Централ, да. Так, и дальше. Тасутон ара. Это такая справедливая, дикая, да, наказание, что ли, получается. Так. Это, наверное, относится... Это генитивус криминис дальше, не контхентус. Наказание за что? Дикое за что? За победу над другим козлом.
Ну, буквально, как написано, Никетхентус, это же пассивное причастие, да, за побежденного козла, за другого, второго, как говорил, да. Да, получается так. Угу. Так, дальше. Этого, да, козла, или нет? Чудхосуоменон. Так, это я пока не знаю. Харицун-то это, по-моему, дарить, да? Как? Знаете, мне кажется, тюдхесоменон — это такое дикое, дикое слово. На самом деле это от короткого прилагательного тхио. Угу. Хотя надо подумать. Но это же удвоение перфективное, да? Перфектно. Надо как-то понять это. Да, я пока не поняла это слово. А там есть вариант какой-нибудь шестой. Тетхюс соминой. Вот это мне больше нравится, кстати. Знаете почему? Потому что тут явно глагол тхио вот здесь. Да. А здесь какой-то глагол тхэ. Почему удвоение с юпсилоном? Почему так? Я не понимаю. Дима, у вас кайф, а что он определяет? Какой глагол-то? Тхё, future passive participle. Тхё, да, обычно приносит жертву, да? Да-да, ну, видимо, он жертвует вот этого вот козла. Чувачку. Угу. То есть как нам здесь это перевести лучше, что этого или так, тут он? Я думаю, что это акузатив за дупликс здесь. То есть первый акузатив — это как раз вот это дикое слово тут он, тут хэсоменон. А второй акузатив без артикля, да, это состра. Состра — это как за спасение, да? То есть спасение это... я. То есть это не простой дар, а за спасение, да? Вознаграждение за спасение. Ага. То есть они решили отблагодарить Харидзонтай, пастуха вот этого, да, за спасение? Или нет? Не совсем так. Вот это у Харидзонтай значение преподносить. Преподносить. Ага. То есть получается, что они преподносят вот этого вот... Козла? Вот этого, ну, видимо, козла, да, в качестве искупительной жертвы за спасение, кому приносит буколу. Ага, пастуху вот это. А тут нельзя привести тетхи самена, как, ну, козел, которого потом пожертвуют. Да, да. Это да, же да. Фушеральный. Фуральный, да. То есть козла, ну... получается, у нас футурум третий, что ли? Вы знаете такую дичь? Утром третий. Нет. В общем, бог с ним, с названием. Это получается пассивный футуром, да? Пассивное, и от него образовано причастие. От пассивного футурума, да? Поэтому удвоение перфектное, и поэтому со. То есть предназначено для того, чтобы его пожертвовать. Да, поняла. Он был, чтобы он был пожертвован, да, если просить. Ну, да. Да. И тогда Кай Эмилон, и, ну, если и думали о том, чтобы селдестхай, то есть солгать, сказать неправду, просто с ойкой, это домашнее, да, по-моему? Да, 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 замечательно. То есть обмануть тех, которые дома. Обмануть тех, которые дома. Дальше, что получается, волк атаковал, напал. Что волк напал? Так, и... Смотрите, я думаю, что...
обманули их, они измыслили такую версию. То есть они сочинили для домашних они сочинили лживую версию о нападении кого? Люкон, вот так. Поняла. Так, и Эйтис, Олтон, Эпотхесен, Эпотхесен, это у нас ведь о какой-то длительности здесь идет речь. То есть незадолго, по-моему, как-то переводилось. Вот хэл, да, обычное. Вот хэл, то есть это... Если кто-то в нем будет нуждаться? Что это? То есть если кто-то будет нуждаться вот в таком придуманном ответе? Если кому-то нужно будет объяснение, да, то они ему наплетут вот эту сказочку про волков, которых не было. И пютхэ. Вот мне больше нравится пютхэ, да, это пюнтхану, да, если кто-то будет спрашивать. Если кто-то будет осведомляться, да, тут, если кому-то вообще понадобится версия, может, никто не спросит. Да, а получается, что тут у нас, почему оптатив? Потому что, потому после исторического времени, да. Тут и Эмилон, да, если, и они собирались обманывать своих домашних и сочинять сказочку, если, там было историческое время, да, Эмилон, если кто-то вообще спросит, поэтому тут оптатив. Его не надо переводить как оптатив, да, он просто после исторического времени в предыдущих предложениях, в предыдущей части. Хорошо. Так. Так, ну, может, вы еще одну тогда читаете? Вы в прошлый раз не читали? Хорошо, давай. Аутоиды, да? Да, хорошо. Аутоиды эпанелтхон, то есть эпископун тен поймен, кайто айполион. До этой, да? Да, да, да. Так. Эпанерхомай глагол, от него вернулись, да? Да. Вернули, да, возвращаться. Так, то есть аутоид. Не вернули, они просто вернулись. Они сами вернувшиеся. Сами вернувшиеся эпископун. То есть нашли, так, нет, не нашли. Ну, скопео это смотреть вроде как, следить. Епископ, да? Вас, да? То есть они осмотрели своих вот так робота. Так вот, я не туда смотрю. У вас робота, да? У меня тут поймен. Я просто не туда посмотрела, кажется. То есть они осмотрели этого пастуха. Поймен, да? Да. Это стадо, у нас... Стадо, получается. Это, да, это... Я перепутал со словом пастух, да, он мужского рода. Тут стадо, поймен. То есть это стадо. Смотрели на сало. На сада, на... Блин. На стадо. Да. И на что? И на... получается... И на козе стадо. Два стада, да? То есть... Да, то есть стадо овец и стадо коз. Во-во-во, точно, да, вначале это было, да. Так, Дмитрий, да, дальше? А там еще Максим подключился. Давайте Максим. Максим, прочитайте Кайепэй. Если видите на... Да. Кайепэй катхэмэтхон эн космономэс кайтас айгас кайта пробата катхисэндас эпистэлэхэй друс эскопун мэтимэрус του σώματος γοντάφνης γεμάξε κατά πέσον. Так. И после после того, как они осмотрели, я думаю, что это классическое финитива. Да, и после того, как они вот это катаманхану, да, получается, я что-то не помню, что скота означает катаманхану. То есть полностью убедились, что ли?
Катаманхану обследовали, изучили основательно. Когда они доподлинно узнали, да, что дальше у нас идут, я так понимаю, логически подлежащие, да, та сайгаска, это робота. Айгас, да, Секунду. Энкосмономос. Это они находят. Смотрите, тут пропущен глагол, я так понимаю, что они эйной, да? Эйми пропущен. Что они находятся, пребывают, та сайгаская, да, пробуют там. Энкосмо в порядке закона. А нет, номы это не закон, это номы, это как бы опять что-то типа стадо. Номы в порядке, бог его знает, пастьбы. Есть такое слово, кажется, пастьба. Ну, в общем, они в порядке находятся. По-моему, должно находиться это самое стадо. Ага. Или, слушайте, а может это Катаманхана будет? Генитив. Ну, у нас сейчас поиск. Сейчас мы найдем. Катаманхану. Может быть, что-то генитив. Да вроде нет. Нет вроде. А, может быть такое, что они как бы осмотрели, следуя порядку. Ага. Давайте посмотрим нормальные слова. Говорить, конечно. Гиблое дело. Да. Может быть, да, да. Может быть. То есть по порядку всех изучили, каждого из них, да? Не знаю. Ну, допустим, это как версия, да. То есть они либо они убедились, что они находятся в порядке, либо они в порядке правильно их каждую из них поголовно рассмотрели, да? Каждую овцу, каждую эту козу, да? Да. Каждую козу, каждую овцу, да. В общем, осмотрели и овец, и козлов. Да. Севшие на на пень. Да, вроде на пень получается. Усевшийся на пень. На пень дерево. Дрюс. Дрюс это дуб. Или это может быть просто дерево, я это не помню. Это любимая тема Солопова. Чтобы он помешан на дубах. Вещи и дуб. Мне кажется, Солопов в свободное время ходит к дубам и там гадает. Слушает их опытом. Возможно, даже собирает эти желуди. У него дома все из дуба, наверное. Стол из дуба, шкаф из дуба. Ну, в общем, ладно. Садятся на бревно или на пенек какого-то дерева либо дуба, точнее усевшись, они что делают? Эскопом, да, имперфект. Смотрели, наблюдали, что такое. Да. А дальше что-то типа, мне кажется, типа этого. Наблюдали, чтобы не. Да, чтобы не, да. Ой, слушай, все же записывается, да? Это я про Солопова сейчас сказал. Наконец. Мафия меня найдет. Смотрели, как бы какая-то часть, да, тела? Да, я пытаюсь с двумя последними разобраться пока. Гэмаксы, катапесы.
Это, я так понимаю, надо на альфу смотреть слово, да? Какой-нибудь. Гамау, что ли? Что-то. Нет, а нет. Что за глагол? Все показывает, что это аорист от гаймасу, что значит истекать кровью, кровоточить. А, то есть, получается, они изучили, не кровоточит ли какая-то тимер, да? Какая-то часть тела, дафнис. А, нет, получается, что дафнис не кровоточит какой, относительно какой-то части тела, да? Я думаю, что тимерс это кузатилус как раз-таки реляционис. Упавший, да, катапесом от пиптера. Свалившийся. То есть они, получается, усевшись на это, да, они рассмотрели дафниса, не кровоточит ли он упавший, какой-то частью своего тела. Своего ту. Так. И что? Давайте, кто дальше? Дмитрий, да? Да. Тетритомен уден уде хемакто уден хоматос декай пелу песанто кайтас комас кайто алло сома эдокеде лусасхай прин айстхесин генестхай тусюмбантос ламани кай мертале. А у вас написано этетрото, да? Этетрото, да. Без комперфекта, я так понимаю, да? Да, да. А у нас почему? Ну, то есть у меня почему-то здесь. Ну, видимо, он был не ранен и не истекал кровью, да? Ничуть не ранен, да, был? Да, ничуть не ранен, ничуть не истекал кровью. Да. Эпесенто сыпал, да? Пассо. Посыпал. Землю. И уже посыпал, да? Тоже плюс комперфект. А, уже да. Посыпал хоматос землю и пелос. Клина. Не, ну зачем ему землю посыпать? Он посыпал свои раны, да, если они были вообще. Да? А, ну да. Уже посыпал на свои раны. Так, что это было? Землей и глиной, да? А где раны написано? А кто сказал раны? Что он посыпал-то? Ну, как вы знали, куда он посыпал? Вот просто посыпал, да. То, что нужно, то и посыпал. Посыпал землю и глину, да? Земля и глина. Да. И волосы. И... Видите, все посыпал и волосы, и другие части тела, видимо. А вот, кстати, это место есть у Лонга, да. То есть, в смысле, ссылка на Лонга есть в Битлскотте. Не только у Лонга. Ведь у Лонга почему-то без аугмента, а вот, допустим, это, я так понимаю, Аристофан, наверное, лягушки какие-нибудь. А, нет, это Аполлон Родосский, нет. У Аполлона Родосского с аугмента. Ну, обсыпался он, обсыпался, он себя обсыпал, да? Но он обсыпал и волосы, и другие части тела, как я понимаю. А, там дальше же есть, да. Да, какая-то скома, какая-то алла сомма. Он считал же, что и сам омывает, что моется, омывается. Прежде чем... Но там же, простите, там же это же плюс к вам перфект. То есть
Я думаю, уже что он до этого, он из ямы вылез грязный. То есть он не то, но, что он но не раненый. А, все, я понял. Но не раненый. Я просто еще не проходил. Извините. Дима изучает греческий язык всего полгода. Просто он гений. Так. Спасибо, спасибо. Так, ага. Все, я понял. Я теперь понял. Спасибо, Юрий. Он... Это... Он считал, что... Ну, омылся. Да. Прежде чем... Айстхасин. Прежде чем родилось какое-то чувство. Ну, понимание, наверное. Айстханума еще понимать может означать. Айстханума. Чувство приближения Ламони и Мертали. Прежде... Чуть-чуть, подожди. Прежде чем они поняли... Или просто какое-то понимание возникло? Понимание чего? Случившегося? С кем? С Лэмоном и Мюрталом. А, это кто были, козлы? Я сейчас не помню уже. Кто такие Ламоны? Нет, нет, это же мать и отец Дафниса. А, все, я понял. То есть пока... А, нет, тогда это, получается, у них возникло. То есть у них возникло понимание, прежде чем возникло понимание, знание о том, что случилось, у кого? У родителей. А Эдоки... То есть он решил помыться, да? Не, может, он думал, что помылся? Ну, пока... Ну, к нему... Он думал, что помылся, но потом его как бы увидели, и он понял, что он не помылся. Ну, как это так можно? И все обнаружилось. Ну, как он мог не понимать, что он грязный? И думать, что, он был молод и влюблен. Ну, не в такой же степени. Не замечать. Это все проделки Эрота. Когда влюблен, наоборот, моешься чаще. Чуть ли не каждый день даже. Даже бриться начинаешь. Значит, ну что же. Я так и не понял. Значит, это он, да, получается? Ну. Как инфинитивная конструкция. Он читал, что он помылся. Да ну нет. Нет, это инфинитивная конструкция, да. Потому что нет выраженного подлежащего логического. Ну, прежде чем потом аккузатив из формы инфинитива аистхэнсингэнэстхэн. Как эти переводят? Докео. Почему-то они решили, что лучше... То есть они решили почему-то, что он должен себя помыть. Именно пещере нимф. Причем они, конечно, лёг всегда так переводят вообще. Почему они тут написаны Эдокой? А то они переводят, смотрите. Они как Селезнёв переводят. А, не дописывают. Может, они нашли какие-то контексты? Да, Селезнёву надо в лёб устроиться, мне кажется, переводить Библию в лёбе. Так. Может быть, безлично? Докео, может, безлично? То есть было решено как бы. Что-то я такого не помню. Юрий, а вы что думаете? Что за Докео такое? Я согласен с самым первым вашим вариантом, что... А, кстати, безлично, может быть, я встречал. А вот безлично. Безлично, может быть, но я думаю, что он просто решил... помыться, пока обо всем не узнали родители. Пока, так сказать, знание, дословно, да, знание произошедшего не появилось
у Ламона да. и Мерталы. То есть либо он решил... Либо было решено, да. Либо было решено, но он точно, точно не крутил форму финитива. Точно не они решили. Ну, они как бы по смыслу, может быть, но все-таки тут этого не написано. Ну, ладно, давайте дальше. Что дальше читать? Я не помню. Что-то. Вообще ничего не помню. Дальше Юрий. Ага. А, ну вот поэтому, смотрите дальше-то, поэтому они перевели, что в пещере нимфа хочет мыться. Потому что Каэль Тхон Ахамата Клоэ, просто Нюмхайон Тээмэн Эдэке Кайтон Хитанискан Кайтэн Пэрэн Пхюлаттэйн Аутос Дэтэ Пэгэ Парастас Тэнтэ Комэн Кайто Сомапан Апелуэту. И войдя вместе с Хлоей в этот, ну, в общем, в пещеру нимф, видимо, в Нимфайос, в общем, в нимфово место, да, наверное, так. Отдал, да, отдал хитон и перон. Перон — это... Сумка. Кошелек. Кожаная сумка, да, кошелек. Отдал, значит, сумку сторожить. Т, да, ей, Т. Т, да, ей, Хлоя. А сам, остановившись у источника, волосы и тело все вымыл. Мыл, точнее, имперфект. Угу. Все. Кто дальше? По-моему, Надежда, кажется, да? Потом Максим, да, вроде? Так, дочитали вот этот абзац, да, ведь? До... Нет, Апилуин-то. Мы начали с 13 уже. Эндегэмэнкомэ. Давайте я покажу вот здесь. Да-да. Эндегэмэнкомэ мэлэйна кайполэ тодэсома эпэйкютэн хэлио. Эйкосен антизауто хродзустай. Теокия тескомес. Эдоки или остановиться здесь? Ну, давайте до точки. Давайте остановимся, да. Дальше Максим прочитает. Хорошо. Сейчас, минуточку. Значит, это внутри, да? В НДВ. А где это? Это был, да? Был, да, это, ой, это просто глагол быть вынесен вперед. Так, сейчас я просто пока еще не уловила общий смысл. Значит, у него волосы были черные, очень. Думаете, очень, да? Я думаю, что густые, как бы многочисленные. А, это, наверное, я не знаю, кстати, да. Предполагаю только, да. Ну, похоже на то. В общем, волосы были черные и густые, да. Дальше сома – это, ну, тело. Эпикалтон, глио. Глио – это солнце. То есть, наверное, загорелое, да, здесь имеется в виду? Сгоревшее. Да, загорелое получается, да. Угу. Дальше. Это плохой признак, да? Это значит, что он низкого происхождения, да, кажется, тогда считалось так. Ну да, по-моему. Так. Эйкосен Ан. Хронзест Хэ. Оказалось, да, наверное. То есть казалось, что он или Хронзест Хэ. А Хронзу... Это у нас как переводится? Прикасаться, окрашивать. Это слово хрома, цвет, да, отсюда? То здесь именно имеется в виду, наверное, прекрасным, да, скорее, чем какой-то, как у нас. Не знаю, ну, может. А есть еще значение прикасаться, не только окрашивать. Я думаю, что это имеется в виду, что он загорел.
А, подождите, подождите. Тут про тень кудрей, да? Тень кудрей прикасается к нему. Подождите, а ски это разве не тень? Ну да, тень от кудрей. Ну, если это берется как касаться, ну, касается его. То есть там говорится про загорелое тело, и кажется, что это тень, наверное, так падает от кудрей, может быть. Давайте мы первые два слова переведем точно, да? Смотрите, какое-то время. Аорист, да, наверное. Да, аорист, причем индикатив, да? Частицы ан, что означает? Да, да. Что это такое? Аорист, индикатив, плюс ан. Так, я, если честно, не помню. Это иреалис. Это иреалис должен быть, по идее, да? Кто-то мог бы тис, да, какой-то тис, кто-то мог бы уподобить. Мог бы. Не уподобил, но мог бы. Точнее, подождите, почему? Да, но не уподобил, да, получается. Уподобил бы. Кто-то уподобил бы ауто, его. Ауто, смотри, средний род, да, это какой, что имеется в виду? Какое у нас слово было в предыдущей фразе среднего рода? То сома. То есть это тело, да? Я тоже думаю, что это тело. Кто-то мог бы уподобил бы тело. Окрашенным тенью волос? Или чего там такое интересное? Изобразить, уподобить тени. А, смотрите. Ну, я все понял. Смотрите. Эпикаутон это... Ой, нет. Я не та смотрю, нет, я не понял ничего. Ну, я пока тоже. А, значит, кто там... Ну, то есть у нас предыдущий вот контекст, что он загорелый. Но, по идее, ну, кому-то могло бы показаться, что так падает тень от волос, может быть. Цвет кожи, а это просто тень, вот таким делает смуглым. Я просто думаю, что тут речь о том, что у него тело было почти такое же темное, как сами волосы. То есть кто-то мог бы уподобить тело. Или высказать предположение, кто-то мог бы, что тело окрашено тенью волос. Ну, вы так и сказали вначале, как-то так, да, ведь? Ну, просто оно как-то странно звучит немного. Что оно сливается с тенью. Что тело не загорелое, а что это тень от волос. Угу, да. А на самом деле это просто тело такое загорелое. Угу. Ну, общий смысл тут понятен, просто немножко сложно именно покрасивее сказать как-то. Угу. Получается, что ауто, смотрите, то сома это был номинатив среднего рода, а ауто это акузатив, это акузатив с инфинитива. То есть кто-то мог бы уподобить ауто, то есть тело логическое подлежащее. Давайте икадзу. Икадзу есть какое-нибудь более нормальное значение икадзу? Ну, высказать предположение, так можно перевести? Кто-то мог бы предположить точно, прийти к выводу, кто-то, и кадзу еще есть значение предполагать, умозаключать. Кто-то мог бы прийти к выводу, что тело окрашено, затемнено, так сказать, тенью волос. Да, все, я лично все понял. Да, все. Тогда... Тебе понятно, да. Еще раньше, да, я просто... Да. Максим, давайте, да, вы, да? Да. Эдоки дет хвоет хеумен калос худапнис. Гочи деу протер нам те калос эдокей. То лютроне номидзе ту калос айтион. Айтион. Так. У меня вот здесь вопрос. Хочется перевести первую фразу так, что дафнис показался Хлои, которая на него смотрела, красивым.
Да, я да, ну так, да. Просто Да. эдоки имеет медиальное значение при переводе. Как бы показалось, ну, да? Это докеу тени, да, тени после докеу, да. Показалось кому Хлое, глядящей, что Дафнис, он красив. Да. Поскольку сперва ей красивым показался. Либо не показался, да, у меня тут либо еще... Либо не показался. Да. То ли утром, это вот это вот место, где он мылся, омывался. Эномицы, тукалуса и тион. То есть она оставила в причину этого тоже вот это вот место, где он омывался. Мне кажется, так. А может быть, имеется в виду процедура? То есть она подумала, что красив только, когда помоется. Он до этого не мылся ни разу в жизни. Ну, может быть, да. Ходила лохматый, грязный. То есть она решила, да, Эномидзе, она решила, что лут, то лутр, аналогическое подлежащее, то есть какая-то процедура купания, либо само купание, это есть причина красоты. Не сам он красив, а вот его чистота имеется в виду, причина, создавала эффект красоты. Ну да. Хотите еще прочитать? Вы мало читали до этого. Да. Кайта нота де Аполлюсис ге Саркс кадхю пейпипте малхеки госте латхуса геотес хепсето палакес эй трюферотера эйя пейромена. Сакс подлежащее. Ага. Так. Я просто пока что перевожу поочередно слова. Да-да, ну не спешите, да. Я так понимаю, это катапипта, да, Дмитрий? Вас что пишут? Катапипта это? Юпепипта. Что? Юпепипта? Да. Ну, пип-то все-таки там есть, да? Юпопип-то, да. Ну, пип-то, так или иначе, да, падать. Юпопип-то, падать ниц. Поддаваться, попадаться, подвергаться. Малдхаке – это нежная вроде плоть, нежная плоть, да? Да, я не понимаю немного...
А полюсос, почему в генитиве стоит и к чему это вообще относится? Это глагол «опалю», получается. Я думаю, что это генитивус абсолютус. Женского рода, то есть это девушка, вот эта девочка Хлоя. Так, а где же второе слово или что? А полюсус к чему, с чем согласуется? Ни с чем, она сама по себе. А Хлоя, имеется в виду, что Хлоэс, аполутхэсэс, то есть Хлоя омывающая, омывшая точнее, да, в аористе. Что омывшая? Танота, его спину. Спину, да. Катапипту, это же имеет какое-то другое значение, кроме как падать. Я тоже сейчас смотрю как раз, да. Просто падать не подойдет, да. Ну, вот и значение подчиняться. Случаться, приключаться. Это Полибий сплошной. Смотрю, много поздних авторов. Полибий и Плутарх в основном. Давайте посмотрим по Пипту. Нету Лонга. А вот Лонг есть, смотрите, первый же. Юпопипту г. Саркс. Слезла, что ли, кожа? Мне кажется, она слезла. Что? Впитала. Впитала, да, получается? Либо... ну вот, смотрите. Видите это место? На экране. Sink in. Впитала. То есть нежная кожа что-то впитала там. Что там впитал? Так, ладно, давайте дальше попробуем. Поддавалась, может, она как-то поддавалась ее рукам, может. То есть она его моет, а нежная кожа, Малхакая Саркс, она как-то отдает. Ну, она отвечает ее рукам. Ну, фиг знает. Мне кажется, пора выводить детей отсюда. Так. Ну, дальше. Словно скрывающая себя. Скрывает себя, да, то есть втайне от себя, то есть сама не отдавая себе отчет, наверное. Ну, получается так, да. Гаптума это прикасаться как раз часто, да? Да. Много прикасалось. Пэромена, да, получается, пэрома – это как бы пытаться, да, испытывать. Ну, пытающийся испытать, понять. Может ли быть... Я думаю, что более или больше или меньше, она пыталась понять, до какой степени она является труфоу, то есть роскошной, более роскошной, то есть более какой-то труфоу. Труфос это какая-то изнеженная, что ли. Труфос. Нет, не то. Труфе, наверное. Труфе.
избалованную. А, смотрите. Я думаю, что хаотес относится... Значит, гапту требует генитива. Значит, получается хаотес. Так что она прикасалась к себе самой. Смотрите, она сравнивала. Она сравнивала, да. То есть она не то, чтобы она втайне от себя это делала. Она как бы незаметно, получается, латкуса. То есть тайком она прикасалась часто к себе, пытаясь понять, да, изучая, да, является ли ее тело более изнеженным, чем его тело. Теле поняли, да? Последний точек, давайте до точки зачитаем. У меня еще есть минуты несколько. Юрий, вы читаете, по-моему, да? Дальше я. Кажется, Дмитрий. А, давайте, Дмитрий, да. Kai tottegar epi dismais en ho helios apelasan tas agelas oikade kai epopothei chloe periton uden gotti medafnin epithumei luomenon idest hai palin. Так, ну сначала то, что в скобках, ведь солнце было уже на закате, да? Да. И... Апелесан, они погнали. Стада домой. Погнали. И от Пасхо. Вот это тоже перфект. Или это Пепонтхел? Это от Пасхо? Хлоя. Да, да, это получается, это знаете, что это перфектная основа, получается, что это плюс комперфект, наверное, опять. Вас там что пишут? Да, пишут, что это от Пасха плюперфект. Ну, плюс комперфект, да. Это Пасха, это страдать, да? Да, потому что удвоение есть, есть аугмент, и есть вторичное окончание, плюс комперфект, да. Тут их много, я смотрю, вообще. Так, Хлоя не страдала чрезвычайно у Дэн. Вообще не страдала. Вот тебе Дафнин Эпитхюмен. Она стремилась увидеть омытого Дафниса. Очень. А, сзади. А, все. Да. Ну, Балин, еще раз имеется в виду. Это да, просто, да. Это не приставка, да, это именно удвоение. Так. И... А, да, снова, да. Кроме как... Угу. А у Дэн тут, это к чему? Хлоя совсем не страдала перед тон Уден? Потому что... Смотрите, перитон – это излишек, да, избыток. То есть ее больше ничего не интересовало. А, она, все. Она не испытывала никаких других чувств, кроме как перитон Уден. Ничего сверху, ничего больше. Чем чтобы желать увидеть снова, ну, какого-то омываемого Дафниса. Омываемого Дафниса, да.
Ну, дальше уже длинное, да, я уже не успею просто. Давайте тогда попрощаемся на этом, да, и до следующего раза тогда. Спасибо всем. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания.